Итак, всем привет! Сегодня 3 октября 2018 года. Прямое включение из гаража. В общем, что у нас? Разбираю движок. На расточку, заточку. В общем, вот вчера скинул поддон. Поздно было уже, темновато. Решил, короче, разобрать, чтобы полегче его таскать. Сейчас сниму коленвал. Снял шкив. Хотел вам показать вот такие вот ужасы. Видите, сколько здесь грязи. Куски металла. Так. Так, скинул шкив. Сейчас вам покажу вот, вот состояние шкифа. Напишите в комментариях, стоит менять, не стоит. Вот, где сальник проходит, получились такие вот, ну, полоски типа того. В общем, под износ. Так, вот маслоприемник. Вот такой он забитый. Тут еще масло было. Оно еще стекло ночью. В общем, перевернул, масло потекло оттуда. Остатки. Снял крепление. Снял крепление. Вот он наш коленвал. А вот причина низкого давления масла. Видите, сколько забилось грязи. Скорее всего, это куски железа от этого, наверное. От башмака, я так думаю. Вот как она его нарезала. Вот, скорее всего, из-за этого бывает низкое давление масла. Видите, какое грязище. Так, сейчас откручу вот эти болты на 13. Сниму поршни. Ну, вкладыши вам, наверное, не обязательно показывать. Хотел вам записать на камеру, как я разбираю, но, блин, все руки будут в масле, хоть я и в перчатках, но все равно. А штатива у меня нету. Если только на какую-то табуретку поставить. Чисто так. Камера дороже, чем сам автомобиль. Потому что камера стоит 20-ку, и автомобиль 20-ку. Неохота, чтобы камера повредилась. Если подкоплю денег, может, куплю штатив, чтобы она вот так вот на ножках и записывал. Также еще какие новости. Сейчас еду на автомойку, сдаю ковры. Сейчас аккуратно заверну их. Пусть мне их хорошенько помоют. Ну, а так вот все вот. Вчера занимался мойкой. Вчера он занимался мойкой деталей. Все вручную. Порошком, пеной все. Старался отмыть все эти детали. Они уже вот подсохли. Также вот целый ящик навесного приготовил. Все надо отмывать, полировать. Вот. Сейчас вот это домой возьму, отмою, разберу ее и... Вот я уже снял крыла, шильдик, вот он. Видите, краска уже. Краска отходит. Я хотел вместо вот этой лады поставить на заднем крыле светящиеся катафоты, чтобы, так сказать, чтобы ночное время задние крылья были с подсветкой. Подключиться к проводке, к габаритам, к задним фонарям. В общем, буду потихоньку разбираться. Ну а пока на сегодня все. Вот такой небольшой влог из гаража. Что я вообще делаю. Сейчас надо крышку снять. Коленвал снять. Если вам интересно, могу в следующем видео показать, в каком состоянии кольца, поршни. Блок, наверное, буду отмывать. Перекрашивать. Скорее всего. Ну а пока идет разборка. И сейчас повезу коврики. Ну, на сегодня все, я думаю. Вот такой небольшой вложик. Всем пока.
связи.